Медицинские роботы установили на всех переделах Алроса. Вслед за Накыном, Мирный, Айхал и Удачный пополнили электронными аппаратами для предсменных медосмотров. За минуту эта техника измерит пульс, давление, температуру, покажет уровень алкоголя и вынесет вердикт о состоянии здоровья. Но не все работники компании доверяют аппаратам. Почему? Разбиралась Наталья Николаева. С нового 2017 года Серикхан Тактасынов, шахтер мира, начинает рабочую смену не в кабинете медсестры, а перед монитором электронного аппарата. Температуру, пульс и давление он измеряет за 1,5 минуты. Быстро, безопасно и надежно. Робота не обманешь, признается шахтер. В принципе, так положительно. Быстро проходим. Правда, пока еще не все аппараты работают, как положено, а так удобно. Но не все шахтеры довольны новинкой. Не доверяют. Например, вот этому работнику не повезло. При нас он 4 раза проходил медосмотр. То пульс высокий, то давление скачет. Фельдшер рудника Зеля Алединова не допускает работника без одобрения аппарата. Отклонение в основном повышенное давление, диастолическое и систолическое. А так учащенный пульс иногда бывает, потому что метеозависимость у нас как бы... В основном они на второй раз уже самостоятельно проходят. Как сами работники вот на это отреагировали? Спокойно? Ну, сначала как бы все воспринимается, конечно, тяжело. Пока привыкали к аппаратам, обучались. Ну, теперь уже все, успокоились, все привыкли. Вроде бы все хорошо уже. Впервые новинку опробовали на себе работники 16-й фабрики. В январе прошлого года техника прошла тестовые испытания. Эта система до этого уже была смонтирована и успешно работает, и показала себя очень хорошо в работе на таких крупнейших российских предприятиях, как «Уралкалий», «Роснефть», «Сибнефть», «Полюс золота». Вот. И впервые в компании «Алроса» эта аппаратура была смонтирована у нас здесь, на Накыне, в вахтовом поселке Накын Нюрбинского ГОКа. Вот. Мы очень довольны работой этой системы, потому что мы увидели ее преимущества, которые сказываются на быстроте затраты времени и качестве проведения медосмотров. В 2017-м электронные аппараты решили поставить на всех комбинатах компании. В общей сложности это будет 47 терминалов. Не пройдя какого-то одного исследования, машина просто не выпустит человека на работу. Данная аппаратура отображается не только на мониторе медиков. Состояние здоровья заступивших на смену видит и диспетчер. Программное обеспечение легко интегрируется в любые базы данных предприятия 1С, САП и так далее. В дальнейшем система позволит полностью уйти от пропускных талонов и медперсонала. Будет достаточно показаний только аппаратуры. Наталья Николаева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».